Это мой автомобиль, Porsche Cayman с подольских покатушек. Она просто какая-то, как какой-то Франкенштейн или что там. Я не хочу на ночь из страшных сказок, блядь. Лучше подручу, блядь, да. Бля, а может я и крошки, блядь? Ничего не видно, все грязно. Посмотришь в основном, блядь. Франция машина. Первое место. Тоже грязнюлька. Раздручку. На балкон высоко меня видать. Конец подольскую землю себе в Житомир повезем. Говорят, тут хорошо, эта картошка растет. Ты сними это. Я потом... Которая первое место заняла. Я... Все первое. То я вам дал его занять. А я же договорился с Саней, говорю, Сань, ты это. Стоп, стоп. Поднимай чуть-чуть. Стоп, 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 стоп. Да. Микрофон, блядь. Кусочек коленвальчика моего. А ты, а, вон он, вижу. А вот второй кусочек. Ага. Красота, слушай. Нормально? Ну. Нет, руля ездит. Это надо на, для памяти, ну как, выложить. Саша лимузинщик кончает свой турбо 2.8. Реактивный. У меня реактивный, братан, ты не путай. Снимаем сцепу, обновочка, новенький диск, патрубочки новенькие, на свою любимую машину. Зистик притарабанил на радиатор. На всякий случай усилил вилочку, это опять трескалось. Не знаю, правильно, неправильно, но усилили, чтобы проблем не было. Первый запуск после ремонта двигателя патрульчика. Ждем свечи.